Жила-была девушка Лёля, красавица и королева в одном лице. Как только она появлялась на улицах города, все мужчины дрожали от возбуждения. Ее красота повлекла за собой безумные поступки, и казалось, что Лёля нисколько не интересуется своим народом. Но однажды к ней пришла мудрая ведьма и сказала: «Лёля, ты прекрасна, но твои поступки пагубны для твоего народа. Тебе надо научиться быть полезной и делиться своими дарами». Лёля задумалась и поняла, что ведьма права. Она решила научиться печь хлеб и подарить его всем своим подданным. Начав практиковать, Лёля стала искусной хлебопекаркой. Ее хлеб был такой вкусный, что все, кто его пробовали, начинали толстеть. Но у Лёли был секрет: она приготовляла свой хлеб с любовью и заботой, и это давало ей силу сохранять свою красоту и стройность. Каждый день Лёля пекла свой хлеб и раздавала его всем нуждающимся. Со временем жители города привыкли к ее вкусному дару и не могли представить свою жизнь без него. Лёля понимала, что сейчас она не только красива, но и полезна своему народу. Это делало ее еще привлекательнее в глазах мужчин. Так, вместо того, чтобы гоняться за своими капризами, Лёля научилась быть настоящей королевой и заботиться о своих подданных. И ее красота идеально сочеталась с ее душевной красотой.